Chef is going to the clinic to make the injection. We are almost in the clinic. That is our clinic, Alinka. Let's go. We are not successful. It is closed. So that is a very small clinic. Unfortunately, I can't show it to you. So they told us that the doctor will come in about 30 minutes. Now he went to visit some dog at home. So here is another animal clinic, and we decided to go there. Ветеринарная клиника Аист. Вход за углом. Вход за углом. Здравствуйте, а можно собаке прививку сделать? Угу. Спасибо. Алёш! Можно? Да, да, можно, сказали. Да, да, паспорт есть. Вот там, напротив вас. Там закрыто, мы вот к вам пришли. А у вас большая клиника против вот той, которая на фронте. Ну, там кабинет. Да, да. Красавица. Ой, да, он такой, он спокойный, он не опасный. Нет, есть собаки, знаешь, как реагируют на... Ну, сразу видно, зашел с хвостом виляющим. Он просто запахи новые, он боится. Тут и операции, да, можно делать? Да. А вы УЗИ делаете? Да, у нас УЗИ. То, что мы вот в Москву его возили, у нас вот была проблема с поджелудочной у него. Ему пришлось в Москву уехать. Не могли здесь найти. Шеффилд, тебя, наверное, на стол будут сажать. Подержите его. Спокойно. Да. С тобой лучше. А куда вы будете делать? Нет, вы куда будете делать? Шеффилд, сид. Молодчина. Сюда. Сосиска.